На часах 15:30 в одном из торговых центров Шымкент обычная суета. Народ перед праздниками закупает товары. А в другой части готовится сюрприз для посетителей. Военный оркестр воинской части 35-748 настраивает музыкальные инструменты. До выхода осталось несколько минут. Дефиле будем показывать, торжественные марши будем играть. Эстрадную музыку будем играть. Время 15:55. Оркестр под чутким наблюдением дирижера выходит в холл торгового центра. Посетители в попыхах достают мобильные телефоны в ожидании снять что-то интересное. И вот настает время X – флешмоб, посвященный 25-летию независимости Республики Казахстан. Начался. Оркестр, продефилировав по залам торгового центра, становится по стойке смирно. Идет подготовка к исполнению гимна Республики Казахстан. Этот праздник самый светлый, самый святой праздник нашего народа. Поэтому мы, как военнослужащие, мы в своем ратном труде, в своей повседневной деятельности все делаем для того, чтобы укрепить нашу независимость. А дальше военный оркестр исполнил разнообразные музыкальные композиции, удивив многочисленных зрителей. Ведь в репертуаре военных музыкантов произведения известных исполнителей, таких как Майкл Джексон или группа Роксет. Саидов, Нургали Кушаналиев, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Утрар».